Маргарита, что это? Гантеля. Гантеля? А почему ты ее запеленала? Потому что у меня нет куклы, все сломаны. Это у тебя ребеночек, да? Да. Сколько он весит? Много. 2 центов. 2 килограмма? Да. Тяжелое детство, да? Да. Поздравить вас, Анна Владимировна, вы теперь бабушка. А меня? Ну, тебя с тяжелым материнством. Так.